Константин Симонов. Речь на антифашистском митинге. Товарищи, да, нелегка судьба, и матери нас ждут в слезах измучась. Но в дни, когда грозит ярмо раба, стать воином — единственная участь. Впервые слышат многие сейчас, как сталь ревет, как бьют орудия глухо. Но разве Сталин не учил всех нас быть воинами в мирные дни? На трудных стройках, в штурмовых ночах, в борьбе с разрухой и земной твердью мы подняли на собственных плечах своей страны священное бессмертие. Мы, по-солдатски, не согнув спины, жару и стужу выносить умели. Не потому так в пору в дни войны нам всем пришлись солдатские шинели. Не от того, что так непросто нам и жизнь, и счастье мирное досталось. Теперь мы, счет забыв ночам и дням, забыв свой страх людской, свою усталость, что дорого далась победа та. На фронте парень не боится пуль, хоть жить он хочет больше всех на свете. Мы проходим мертвые поля и дымные, сожженные селения. Тут кровью пахнет горькая земля. Без крови не бывает наступления. Вот он лежит, мой сверстник и мой друг. Лицом вперед в стальной холодной каске, оружие не выпустив из рук, как богатырь из русской сказки. Когда в атаку шел их батальон, он думал не о смерти, а о мести. Я, думал он, я буду отомщен. Мы смертны порознь, но мы бессмертны вместе. Землей своей, коль вдруг погибну я, никто не станет с немцами делиться. И мать моя с мольбой за сына никогда не станет многим клониться. И женщина, которая горда тем, что я воин, пусть я с ней в разлуке, с мольбой о помощи никогда к ним не протянет милые мне руки. Я верю, если и погибну я, никто не станет с немцами делиться. И сверстники мои друзья,